Відкритий продовжує свою роботу, і ми раді знову вас вітати у прес-центрі. І з вами я, його ведуча, Валентина Максимович. Сьогодні поговоримо про квіти, однак не звичні, а лазерні. У них трансформуються заводські труби у Дніпрі. Як це відбувається, наразі нам розкаже Микола Каблука, автор постіндустріальної світлової інсталяції «Дніпро Light Flowers». Вітаємо вас. Здравствуйте. Торік до Дня міста у Дніпрі запустили ось таку першу трубу, да, першу таку інсталяцію. Розкажіть, як народилася ця ідея і взагалі, чи є якісь тут символи? Да, это очень интересный символический проект для города. Трубы – это символ индустриальной эпохи города, которая в свое время дала толчок развитию города. И город до сих пор в Украине ассоциируется по инерции с городом индустриальным. Хотя город уверенно вступил уже в постиндустриальную эпоху. Эти трубы, которые мы подсвечиваем, они уже не дымят. Это трубы завода Карла Либкнехта, который переехал в новую локацию, суперсовременный Днепроспецсталь с электрическими домнами. Эти допотопные, скажем, трубы дореволюционные еще в основном, как вместе с цехами собирались сносить. И предложили идею использовать их как памятник прошлому и воплотить в них символ нынешнего и будущего Днепра. То есть раньше трубы излучали дым, грязь в небо, в город, а теперь они излучают технологичный свет, образ распускающегося цветка, огромных цветов над городом, как символ технологичности, эстетики, экологичности в том числе, да, экологичности, эстетики и высоких технологий. Вот. И это будет самая большая в мире постиндустриальная инсталляция. В конечном, скажем, формате эта инсталляция покроет 13 труб, покрывающих вот всю панораму левого берега. И с основного правого берега будет видна с отражением в Днепре вот эта вот красивая панорама цветов. Причем она будет еще работать. И она, первая труба уже так работает, а будут все 13 с музыкой. Мы озвучиваем фестивальный причал и смотровую площадку парка Шевченка. Ну, давайте ви про плани трішечки пізніше розкажете, да? А ми нагадаємо нашим телеглядачам, як це було, да? Як розквітла перша труба наразі у Дніпрі. Будь ласка, на екран. Кажуть, що ось цей лазер, да, який ми щойно побачили, він найпотужніший у світі. Чи так це насправді? Ну, він самий мощний із всіх світових лазерів, який коли-либо був на території України і взагалі, да, скажімо, СНГ. Є пару всього лише інсталяцій, які використовують подобні по мощності лазери. Но что приятно, что сама эта инсталляция – это символ города, символ технологичности его, и лазер разработали и изготовили здесь, в Днепре. Поэтому этот лазер действительно уникальный, он очень мощный, поэтому очень тщательно выбиралась траектория, куда он должен светить, чтобы он не создавал помех для самолетов. Этот момент тоже очень важен.
И так, чтобы он был виден, воспринимался только с набережной. То есть оттуда, откуда задумано восприятие этого светового шоу перманентного. А які взагалі технології ось використання, аби труба розквітла, да, і засвітилася таким незвичним сяйвом, аби його було видно за декілька кілометрів? Ну, лазерний світ – це єдиний когерентний світ. Це де частиці світу абсолютно паралельні, тому він розповсюджується на екстремально великі дистанції. Поэтому он, вот, например, основная точка восприятия фестивальный причал от трубы находится на расстоянии 3, почти 4 километра с учетом ширины Днепра. И при этом это все контрастно видно. А кроме того, сама поверхность трубы, которая, кстати, высотой 120 метров, как 4 9-этажных дома, поставленных друг на друга, то есть огромное инженерное сооружение, которое могли просто снести, оно покрыто тысячей световых пикселей, точек, каждый из которых управляется независимо, и по поверхности этой трубы каждый вечер создается уникальный контент. На вершине трубы стоит веб-камера, которая в момент заката записывает, в какой именно в сегодняшний вечер солнце, оттенок света, окрасило городской пейзаж. Делает снимок, и на основании этого снимка создается уникальная палитра для сегодняшнего вечера, а скорость динамики зависит от скорости ветра в момент, скажем, заката. Поэтому вот то, что мы видим на самой трубе, динамику, это тоже создается природой, создается солнцем, каждый вечер уникальный контент. А сколько знадобилося часу, аби довести до ладу, як то кажуть, цю трубу, щоб вона ось так світилася? Ну, вместе с проектированием это заняло около полутора лет, потому что, да, концептуальные моменты, дизайн-проект, принципиальная стратегия, решение очень сложной задачи, как между собой синхронизировать объекты до миллисекунд, чтобы они работали синхронно, находящиеся на расстоянии нескольких километров. Вот протяженность всей инсталляции 7 километров, расстояние до звука на противоположном берегу 4 километра, и нужно, чтобы все до миллисекунд работало синхронно. Каждая из труб должна шевелить лучами, запускать импульсы по точкам, как единое шоу, и синхронизировано быть со звуком, который находится на основном правом берегу, откуда эта инсталляция наблюдается. А це світло, воно вмикається під якесь свято, чи його можна спостерігати щодня? Хороший тоже нюанс. В спокойном режимі, без активних лазерів, воно работает автоматически каждый вечер. Проезжая, ты можешь видеть, наблюдать вот эту переменную инсталляцию каждый вечер в темноте. Лазеры сейчас включаются два раза в неделю, в пятницу и в субботу вечером, вместе со звуком на фестивальном причале, как шоу. То есть это, задача сделать это шоу одной из визитных карточек Днепра. Как, например, в Украине Винница во многом стала известна благодаря винницким фонтанам. И у многих это первая ассоциация с городом, то есть свежий образ визуальный, позитивный, с городом, вот фонтаны. В мировой практике это и гонконгское шоу, и Дубай, и Бурдж-Халифа со световыми элементами. Идея была создать такое же уникальное шоу в Днепре, которое было бы интересно посмотреть, потому что оно уникальное, потому что нигде такого нет не только в Украине, но и в мире такого масштаба. Кроме того, в него вложен визия города, посыл. Мы двигаемся к высоким технологиям, возрождается космическая индустрия, IT-сектор развивается. Вот, поэтому это вот такая изюминка, на которую можно приехать посмотреть, как минимум из других городов Украины, но в перспективе, наверное, откуда-то и дальше. А в скором времени, когда мы запустим вот в этом году на День города еще 4 трубы, мы добавим опцию, когда каждый гость города или житель города сможет повзаимодействовать со световой инсталляцией и запустить один из цветков прямо со своего смартфона, сосканировав световой QR-код на набережной. Человек может попасть в приложение, которое мы разработали специально для этого, и прикасаясь к одному на карте из цветков, распустить его. Это символизировать будет то, что город чувствует своих жителей, что вот он с ними в контакте. То есть город расцветает или процветает, когда он чувствует, ощущает своих... Частиною себе, да? Да, да. Каждый житель города чувствует, что он вот может как-то влиять на то, что происходит в городе. Якщо я правильно зрозуміла, наразі у нас світиться, палає і квітне, да? Одна труба. Да. Цьогоріч планують ще 4 запустити, да, таких труби, да. А загалом їх буде 13. І ось це взагалі ці 13 труб і становитимуть собою
велику інсталяцію, да? Да. І чому саме ця цифра сакраментальна 13, і коли вони всі запрацюють? Ну, в цифру 13 никаких смыслов как раз не вкладывали. Очень тщательно вместе с главным архитектором города выбирались трубы, которые максимально покроют вот протяженность всего левого берега. Поэтому выбирались трубы, которые находятся в нужных позициях гео, чтобы сложить красивую композицию максимальной ширины. Протяженность ее 7,5 километров. Это будет самая большая в мире постиндустриальная инсталляция. А вот такие примеры трансформации городов, которые когда-то были индустриальными, в творческие города в мире есть. Например, один из ближайших примеров – это Линц, австрийский город, который когда-то был в эпоху индустриализации одним из крупнейших технологических центров, как и Днепр, как и Днепропетровск раньше. Но потом также плавно производство выехало из города, город стал чистым, и теперь он один из самых культурных городов, где огромная известная на всю Европу филармония, open-air фестивали. И нам очень хочется, чтобы Днепр повторял путь вот таких же городов, которые реинкарнируют, становятся чище, экологичнее, сохраняют ту мощь, которую дал в свое время индустриальный период, но переходят в новую эпоху, когда уже, скажем, креативные индустрии, творческие, высокотехнологичные играют более ключевую роль в экономике города. Скажіть, дедлайн запуска усіх 13 труб, да, і можете описати, ось, як це буде, який це буде мати вигляд? В этом году вот труб станет уже 5 к дню города, то есть на, как в прошлом году, откроется, запустится эта часть вместе с шоу на день города световым. 13 труб, предварительный план завершить в следующем году инсталляцию вот уже в полном масштабе. То есть к следующему дню города надеемся запустить все 13 труб. Зараз ми маємо нагоду зазирнути наперед, да? Як то кажуть, краще побачити один раз, ніж сім раз почути. Давайте переглянемо ролик, як будуть, який вигляд матимуть ці 13 квіток. Шоу. Ми всі в передчутті, коли ми побачимо всі ці квітки разом. А скажіть, наскільки енергоефективний цей лазер?
скажем так, экстремально эффективны. Это лазеры нового поколения с светодиодными источниками света. То есть это в прошлом уже лазеры, которые имели водяное охлаждение с низким КПД. Это самые передовые технологии, матрицы, линзы. И вот этот огромный лазер, который там светит на 15 километров протяженность этого луча, видимое, он потребляет в районе 2 киловатт. То есть он потребляет, как, не знаю, один бытовой электрочайник на кухне, вот, или там как пол сплит кондиционера квартирного. А точки, которые покрывают 1000 точек, они тоже светодиодные, на них специальные линзы, бифокальные линзы, которые распределяют свет на максимальный угол за счет переотражения, то есть там свет очень эффективно используется, за счет этого кристаллы у нас полватта потребляют, соответственно, при 1000 точек это там смешная 500 ватт, пол киловатта, вся эта 120-метровая труба, светящаяся по всему периметру, поэтому он потребляет минимальную, мизерную мощность. Дякую. Ви сказали, що можна за допомогою мобільного додатка, да, буде керувати усією інсталяцією. Потім виручені кошти підуть на благодійність. Ось розкажіть, будь ласка, про благодійний чинник цього проєкту. Ну, унікальність цієї інсталяції, обычно всі такі шоу, і мировые, і Вінниці, фонтани. Є стандартний сценарій, що люди знають розписання, приходять, і все, щось включається по музиці. По расписанию для всех, как концерт. У нас хотелось воплотить впервые в мире возможность запускать эту инсталляцию вручную со своего телефона, огромную инсталляцию над городом. И идея была, что сделать это свободным для жителей города, чтобы это было бесплатно, но подумали, что, наверное, даже более красиво, чтобы это не было просто баловством, вот просто щелкали, кто хочет постоянно, чтобы какую-то нужно было заплатить небольшую сумму, и решили сделать благотворительную, прицепить сюда красивую благотворительную функцию. У нас есть фонд КИДА, который помогает детям с тяжелыми болезнями, и вот эту акцию совместно с КИДА мы решили назвать «Подаруй промень надежды», чтобы, запуская вот этот луч света над городом, ты давал луч надежды кому-то остаться живым или выздороветь. Суммы там символические, вот мы решили выбрать минимальную сумму стоимости чашки кофе, то есть буквально 30 гривен минимальная сумма. Кто хочет заплатить больше, есть там средний и большой донат. Вот. И эти деньги прямо перечисляются в приложении «Фонд КИДА». И можно видеть, то есть ты делаешь доброе дело, запуская что-то красивое над городом, ты чувствуешь, что ты делаешь светлое, доброе дело. Такого тоже нигде нет в мире. И когда уже можно долучиться до этой благодійної акции? Вот мы тоже хотим после Дня города, когда запустится уже больший пакет, когда это будет уже букет цветов, не один цветок, а уже пять. После Дня города мы хотим запустить, после открытия второго этапа на День города уже начнет работать вот, световой QR-код на фестивальном причале. То есть это работать будет вечером с наступлением темноты, будет включаться световой QR-код. Люди уже привыкли, что на QR-код, наведя телефон, свой смартфон, человек попадает куда-то. И вот там будет символ этого лучика света, наведя на него, можно будет прочитать, о чем это, скажем, благотворительная акция, что ты делаешь, делая доброе дело, и выбрать на выбор один из 9 световых шоу, сценариев, причем это с музыкой. Нажимая кнопку на своем телефоне, включаются колонки на фестивальном причале, и движение этих лучей и точек происходит синхронно до миллисекунд с звуковым треком. А не будет это как-то хаотично? Нет, там продуманы все эти моменты, в какой период можно делать, чтобы не создавать дискомфорт близлежащим домам. Звук направлен в сторону Днепра, чтобы как бы, звук не доносился до жилья. Если несколько человек делают одновременно, они попадают в очередь, каждый человек видит, какой он в очереди, сколько секунд осталось до его шоу, за несколько секунд вибрация напоминает о том, что сейчас будет твое шоу, поэтому приложение продумано, учитывая все эти нюансы. Его уже разработали, правильно? Да, мобильный додаток. Да, уже бак-тестинг, все эти этапы прогонки уже отработаны, мы ждем, вот, чтобы инсталляция была более масштабной и запустить уже полноценные 5 труб с этим приложением. Ну, наш ефірний час добігає кінця. Можливо, ви щось хочете ще сказати, таке підсумовуюче нашим телеглядачам? Очень приятно наблюдать хорошие тенденции преобразования в городе,
в плане и публичных пространств, и появления новых каких-то уже там культурный центр у нас открывается, наверное, первый в Украине масштабный центр современного искусства. Вот, видим, что там космическая индустрия в Днепре развивается. Вот эта инсталляция, нам очень хотелось, чтобы она как бы провозглашала, утверждала этот новый вектор Днепра. Поэтому желаю городу, чтобы эти все трансформации, изменения происходили как можно быстрее, чтобы город стал весомым, интересным, и чтобы в него было не только интересно приезжать гостям, но и хотелось здесь жить. В общем, процветание нашему Днепру. Ну, ми вже всі в передчутті Дня міста, аби побачити ось це грандіозне лазерне шоу. Приглашаємо всіх. До зустрічі на Дні міста. Дякую, що завітали до прес-центру відкритого. А сьогодні ми говорили про лазерні квіти, які розквітають у Дніпрі. Так трансформуються труби. А гостем у студії був Микола Каблука, автор постіндустріальної світлової інсталяції «Дніпро Лайт Флауерс». Продовжуйте свій день з відкритим, і нехай він іде як по нотах.